свобода слова в Кыргызстане, безусловно, есть, но не благодаря государству, а вопреки во многом. Я бы даже не сказала, что государству, да, благодаря вот той такой уже сложившейся, сложившемуся какому-то системному самосознанию граждан, журналистов, политиков. Она существует вопреки часто тому давлению, которое мы периодически испытываем со стороны власти. Да, в отличие, наверное, от многих стран Центральной Азии, у нас это происходит волнами периодическими, то значит, власть благоволит, то она пытается оказывать давление, но мы, наверное, за 25 лет привыкли выстаивать любую ситуацию. Вот. Поэтому свобода слова есть. Хотя есть и издержки, да, то, что называется охлократией, да, как, она, к сожалению, отразилась и на медиарынке, потому что нет ответственности за слово, и это так. Я считаю, что другое дело не государству судить об этой ответственности, желательно было бы, а медиасообществу. Должны работать там, я не знаю, комиссия по жалобам от читателей и телезрителей, но не в судебном порядке, так как это у нас делается, поскольку суды у нас абсолютно не свободны, и их решения абсолютно политизированы. И поэтому, конечно, в судебном порядке это оспаривать пока абсолютно контрпродуктивно для страны в целом. Вот. Но, тем не менее, надо сказать, что проблема свободы и ответственности, она существует, да, потому что, в принципе, общий уровень журналистики очень упал, потому что много на рынке политических игроков, много, большинство, наверное, или сказала бы так, очень много СМИ, аффилированных с политиками, и поэтому, соответственно, у этих медиа не ставится первоочередной задачи повышения профессионализма, а ставятся совершенно иные задачи политического противостояния, конкуренции и так далее. И в этом смысле, ну, это не есть хорошо для развития медиа в Кыргызстане. Ну ничего, мы знали всякие времена, будем выживать, и я думаю, что у нас все будет хорошо.